Носухи добре дресируються і гарно йдуть на контакт, якщо правильно знайти до них підхід. Звісно, робити це слід тоді, коли щенята ще маленькі, і будь-які маніпуляції та навчання даються легше і простіше. Нельзя позволять, все-таки это хищное животное, чтобы оно человека не боялось. То есть при определенных ситуациях оно все же должно слушаться, должно бояться, если такая необходимость в этом есть. Но в остальном это совершенно милое животное, оно скучает. Нам, ну, всему коллективу приходится по очереди гулять. Мы научили гулять, приучили к шлеечке, потому что, ну, если поначалу она была маленькая и не такая все-таки мощная, мы ей позволяли бегать, но с ее проворностью и способностью лазить практически по любым поверхностям и запрыгивать, она у нас, ну, шкодила, понятное дело. Она воровала все, что можно, и сразу тащила к себе. Но самое опасное, пожалуй, было то, что она научилась воровать фрукты у попугаев. Тож заради безпеки малечі їй все ж таки обмежили простір для вигулу, бо інакше це могло закінчитися недобре. Таке животне, оно должно научиться ходить на шлейки. Чим раніше это начнем делать, тем это было лучше. Сначала, ну, не очень нравилось, она не понимала, но сейчас уже все замечательно, она на шлейчке гуляет не хуже любой собачки. Когда мы ее выпускаем, она считает, видимо, что она вышла на охоту. Она считает своим долгом пройти все углы, собрать оттуда пауков. Нос у нее в этом плане очень удобный. Она в любую щелочку залазит и достает там любых, есть они там, нет, но проверяет все углы. Поэтому вот выгуливаем и каждую свободную минутку стараемся зайти. Она и на ручки, ну даже не каждая кошечка и не каждая собачка так встречает, как встречает носуха. И вообще ее так хочется гладить, тискать и все остальное, что просто не хочется, и она не дает уходить. Тут уже понимаешь, что тебе надо уйти, а она не пускает, лезет вот еще играться, чтобы ее чесали. Життя кумедної носушки просто не має сенсу без спілкування з людьми, тож увесь вільний час проводиться з нею. Цікавою є історія отримання імені малечої. Тут теж все не просто так. Они дрессируются очень хорошо, вообще никаких усилий особо не пришлось приложить к этому. Так как у нас много деток, ей приходится общаться. Да, они сначала боялись, и наша Эви боялась. Вот, кстати, кличку Эви она получила от слова «Эверест», потому что первое, что научились носухи делать, это именно лазить, а не ходить. И она карабкалась по любой поверхности, за что вот так вот получила кличку от горы Эверест. Еві настільки вже звикла отримувати смачненьке за роботу, що працює навіть тоді, коли її не просять. Доставляет очень много радости и детям, и нам. Ну и видно, что животное никто не заставляет, она делает это абсолютно добровольно и, я ж говорю, готова это делать всегда. А от потримати на руках рухливу тваринку не так вже й легко. Фотографироваться они не любят, потому что, ну, все время куда-то им надо бежать, и они не могут посидеть на одном месте. Ну, вот такое вот животное. Но выступают, ну, с большим удовольствием, это просто надо видеть. Еві знайомиться не лише з людьми, але й з тваринами. Ну, с грызунами, конечно, мы ей особо не даем знакомиться. Понятное дело, это хищник и довольно-таки добыча подходящая может быть для нее. Вот, хоть у нее пока еще и молочные зубы, и они, в общем, довольно долго молочные, но все равно инстинкт-то может сработать, и с этим ничего не сделаешь. Но если животное покрупнее, то тут Эви еще подумает. Но потихоньку-потихоньку сначала она к собакам, ну, относилась не очень доверчиво. Замечательно, что она умеет общаться и с людьми. Я надеюсь, что в дальнейшем она будет к людям по-прежнему относиться. Маленька компанія теж сподівається ще не раз дізнатися про життя прирученої носухи та про її кар'єрне зростання. Тож, бажаємо Еві пошвидше отримати нові знання та порадувати вихователів своїми досягненнями.